Да-да, ребят, это мой второй ролик, и выходит он на следующий же день. Давно роликов не было, по факту, да, вчера вышел, но до этого момента не было 9 дней, а сейчас, сегодня будет отличнейший видос. Открываем наборы, выбиваем эпики, и, конечно же, заодно проходим 200-й поединок, потому что я понял, что с поединков именно финальных мне чаще всего выпадает всякая Г. А я хочу видеть отличнейшие алмазные карты, которые у меня еще не прокачаны. Ну и, конечно, параллельно экипировку. Да, давно видосов не было особо, но ладно. Всем привет, с вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. Сейчас играю чуть реже, кстати, да, сегодня я наконец-таки забрал провод, и теперь я могу записывать на планше, потому что вчера этого сделать не мог. Голова забыла совсем про провод. Ну, бывает. Ну, на телефоне тоже интересно играть, просто он у меня уже достаточно старенький и лагает. А на планшете все работает идеально. И что я хочу сказать? Для начала, сразу же, открываем боевые пропуска. Хотя нет, их открывать не буду, потому что я хочу все-таки лутать сердца дракона, кристаллы дракона. Но проблема в том, что всего-то 30-ку можно нафармить. И, наверное, сезоны я открою чуть позднее. Поэтому стоит начать. Поехали! Также, ребят, на сайте gamegold.ru на данный момент проходят скидки. Переходи по ссылке в описании, вводи мои промокоды и получай самые шикарные бонусы на свой аккаунт. И самое главное, помни, на сайте gamegold.ru самые низкие цены и самая быстрая доставка. А еще очень много кристаллов дракона. Ими можно, конечно же, прям засыпать себя и, естественно, прокачаться люто. Да, что ж, давайте смотреть. Прямо сейчас я сразу же перехожу в наборы. 200-й поединок чуть позднее пройдем. Для начала наборы. У меня 497 кристаллов. Нет, давайте тогда лучше 200-й поединок. Прикол в чем? Нафармлю 500, будет больше наборов. А я нафармлю. Это 200-й поединок. Здесь прям супер-мега каких-то сложных штук не будет. Я подобрал сразу же вот таких вот персонажей, я покажу их. Это Люкан, это Синдал и это Терминатор. Синдал тут просто имба, я на 60-м поединке башни именно фатальный проверил. Классный отряд. И Синдал здесь бажит просто. Я не знаю по поводу остальных персонажей, плюс здесь все-таки есть вот эта вот подоплека с Джокером, который меня выбесил в смертельной битве. Это прям какой-то, ну, супер-мега жесткий персонаж был. Ну и здесь, как вы видите, вы посмотрите, что он творит. Ну, она и критули наносит, и прям этого лешего избивает по полной. И это мне и нравится. Так, ну давайте, наверное, заменимся на того, кто силу. Я просто хотел продемонстрировать персонажа, не более того. И я это сделал. Ой, сейчас Джокер начнет гнать люлей. Ладно, давайте выберем вот так, да. Уже многие замечают, что за экипу я поставил на Люкана. Это не просто так. Это было нужно сделать. И я это сделал, потому что, видите, он вешает карты и таким образом очень сильно мне мешает. Получай. Эх, блин, видите, перебил снова. Я вроде выбрал персонажа, вроде все было отменно, но он меня перебивает и таким образом я ливаю. Так, ну и сейчас спецприем. Хорош. Тут, конечно, на оглушение нужно сыграть. Сразу же замена. Я нажимал замену. Ну, почему-то игра перебивает на постоянке. Блин, меня это бесит немного на самом деле. Потому что ты хочешь как лучше, но игра говорит такая: нет, ни в коем случае. Так, ну и здесь замена сразу же. Момент. Ну, всего 50 секунд прошло. У меня с этими заменами вообще ничего не выходит сделать. Так, отлично. И давай сразу же штормить спецприемом третьим. И тут снова смена. Вообще жесть какая-то происходит на деле. Как-то я думал, бой получше идти будет. Но, как всегда, что-то
идет не по плану. Конечно, хоть я и 60-й поединок с первого раза прошел, здесь мне, наверное, так не повезет, потому что, вот видите, они в блоке, то еще что-нибудь происходит. Но вот как-то добить у меня отряд нормально так не вышло. Хотя и 33% всего остается. Ну, здесь, кстати, слабенький почему-то... Да, видите, он как камень какой-то тупорылый немножко. Он просто выскакивает такой и стоит, ждет чего-то. Чего ждешь? Непонятно, неясно. Ну, чего-то стоит же, ждет. Так, ну, давайте выпустим Люкана, потому что всего остается ничего здесь. 4 секунды, а нам надо как можно больше здоровья отнять. Но вообще, кстати, тут очень жирный Джокер. У него почти 4 мульта. Естественно, благодаря тому, что у него 4 мульта, он зарешал. Он прям дико зарешал. Но тем отряд хуже не стал. Да, если поставить здесь вместо Терминатора кого-нибудь другого, более быстрого такого, прям дико быстрого, естественно, будет лучше. Определенно. Но тут как есть. Тут как есть, да. Ладно, ладно, неважно. Сейчас пройдем, сейчас все будет. Отлично, игра будет грузиться быстрее. Хотя ладно, кого я обманываю, не будет. Просто не будет. Когда она в последний раз грузилась быстро? Я вообще стал замечать то, что игра очень долго иногда кое-какие моменты подгружает. Она очень часто вылетает у меня, я не знаю, с чем это связано вообще. Но есть такие вот, знаете, моменты, которые прям дико бесят. Во! Вот она показывает себя, красоточка. Красоточка, я хотел сказать, но нет, ее взяли, разнесли по фактам. Хватай, во! Вы посмотрите, сколько она урона повесила. Блин, я вот тут спецприем второй мог использовать, а уже не могу. Эх, жизнь, это жизнь. Так, вот можно было бы накапливать силу, просто оглушая персонажа, это было бы идеально. Ладно, здесь не получится, зато сейчас я хотел ответку нанести. А, ну, а не, нормально. Нет, не нормально, он блок успел поставить. Не, нормально, нормально, сойдет, сойдет. Не все так плохо, как кажется. Джокеров добить этого, и все было бы вообще замечательно. Просто видите, не хочет погибать быстро и легко. Да, вот, вот, вот. А у меня спецприем накоплен. Ну, как накоплен? Он не накоплен, но должен был быть накоплен. Так, всеми картами, которыми только можно было, меня зашвыряли. В принципе, миссия выполнена на деле. И 57 секунд остается. Я не знаю. Я не хочу играть Терминатором. Я думаю, многие заметили, что я вообще в принципе не убираю Терминатора. Наверное, это моя была глобальнейшая ошибка в этом плане — использовать Терминатора здесь. Снова перебил, вроде выбираю персонажа, а он перебивает. Но я не понимаю, почему перебивает. Это логика разработчиков была, наверное, какая-то. Типа, чтобы персонажи перебивали, сложнее играть. Ну, как предположение, конечно. Я не уверен, но как предположение просто. Потому что 32 секунды остается с этими перебиваниями, естественно, сложновато немного. 28 секунд. И вот здесь вся надежда на то, что я сейчас сделаю замену, удар. И вот, видите, вот, я не успел подойти, он две карты бросает, и все. Я уже никто в этой игре, по факту. С двумя-то полуубитыми картами, в оглушении еще к тому. А еще он, кстати, бруталку. Я не знаю, здесь он может же бруталку заюзать? Ну да, видите, он может это сделать. Ну и... Ну, месть вообще, она просто... Это жесть, я не знаю. Ну, камон, вот проблема вся в этом гребаном Джокере. Вот это самая главная проблема. Это его карты и перебивания постоянные. Я обратил внимание на то, что здесь, к сожалению, нереально играть с Терминатором. Настолько, скажем так, быстрый поток идет говна в тебя, то, что ты просто не успеваешь перебивать Терминатором. И в этом отряде, по крайней мере, мне так кажется, Терминатор не самая лучшая идея. Далеко не самая лучшая. Я думал, буквально 3 минуты этому поединку посвятить сумею данным отрядом. Но нет же, вообще не так. Пришлось больше времени уделить. Так, ну тут я, наверное, поторопился немного. Хотя 20, ну и опять замена. Ладно, ну хоть карт. Я не успел даже нанести спецприем. Он меня уже... Короче, у меня работал же спецприем. Он взял карту за юзу. Как? Джокер, ну как ты это делаешь? Ну серьезно, это нечестно, я считаю. Ладно, давайте открывать наборы.
Я понимаю, Синдал, ты злишься. Я тоже злюсь. Я не хотел так долго играть. Я хотел быстро, чтобы ролик минут 15 длился. Да дай ты нажать на эту кнопку, господи. Блин, я вот просто не понимаю эту игру. Конечно же, на продажу карта. Я не сомневался. Вот серьезно, ребят, я вообще не сомневался, что карта будет на продажу. Мне ничего не падает из этой башни. Вообще ничего. Игра как будто специально травит. Синдал, ну выпала бы одна, ну было бы замечательно, но она не падает. Так, ладно, давайте открывать наборы. Поэтому не вижу смысла особого открывать, точнее проходить 200-й поединки. Потому что ты даже вот это вот, знаете, экстаза не получишь. Да, по той причине, что, ну как вам сказать об этом, да. Так, давайте, наверное, я скипну сразу же 10 наборов, посмотрим, что мне выпадет. Я сразу же хочу скипнуть. Это, знаете, такая проверка небольшая на вшивость игры. Выдаст ли она мне хотя бы один эпик, если я быстро все скипну? Да, будет 30 наборов, это точно. Там, возможно, даже чуть больше. Пропускаем все и смотрим. Нет, видите, грешный хлыст укротительницы только выпал. И поэтому скип — это не самая лучшая идея. Наверное, дальше будем 20 наборчиков по одному открывать, тапать в надежде на лучшее. Ну, по крайней мере, я 10 наборов открыл. Сейчас мне больше экипы интересует, нежели чем выпадение персонажей. Я думаю, многие понимают, по какой причине, потому что у меня все на продажу идет. Не выпадают новенькие персы какие-нибудь, которые вот буквально вышли хотя бы год, полгода назад. Они еще не прокачаны у меня, они не выпадают, вообще не выпадают. Это печальная ситуация. И разработчики, заведите наконец-таки сразу же открытие 20 наборов. Зачем по десятке-то открывать? Сейчас наборов можно тьму сразу. Вот 50-рик есть, накопил, открыл. Зачем вот каждый раз ждать этой гребаной подгрузки? У вас игра эти наборы генерируют раз в 200 лет. Надо это исправлять. И мне выпадает карнавальное пойло. Ну тут ты не поспоришь, кстати. Вот, я просто тапаю, но игра не открывает карту. Что она уже здесь подгружает? Ну да, пока что ничего интересного, ладно. Возможно, оно так и должно быть. Мне и в предыдущих не так сильно наборах везло, поэтому здесь это нормальная ситуация. Хоть душ нафармлю, а то они у меня заканчиваются. Видите, зеленка одна падает. Даже ни одной... карты редкой. Ну, мне, возможно, в этот раз не везет. Я отрицать не буду. То, что мне может не везти. Иногда, да, везло там в предыдущих даже наборах. Очень сильно везло, по крайней мере. Но это в предыдущих. И вот истинное оружие мастера Ушу тоже выпало. Но, блин, хотя бы продаю. И то хорошо. Хотя бы продаю эти карты. Плюсы есть. А, да. Я понимаю прекрасно, что мне выпало здесь... Приблизительно такая же ситуация, как и в предыдущих наборах. Даже ровненько продажа та же самая, это 155 душ. Печальная ли эта ситуация? Да, это определенно печальная ситуация. Все-таки, когда сердца фармятся, ну прям очень-очень долго. Сколько я последний раз, когда я эти наборы открывал? Неделю назад, даже может и больше. Но я сейчас смотреть не буду. На больше, какая неделя? Я 9 дней видоса не записывал. Наверное, больше, где-то 10 дней я это фармил. И то тут, благодаря тому, я еще сотку за счет премиума Combat Pass накопил. Потому что без премака тут бы было все очень-очень ужасно. Поэтому да, есть в этом небольшие проблемки. Так, ну опять зеленка, ничего удивительного. Так, снова зеленка, скорее всего. Что-то мне не... Кровопийца, не, нормально. Это очень редкая экипа, башня ужаса. Я не помню, когда она в последний раз была. И то, что выпала эта карточка, это хорошо. Это прям сасно. Все-таки получили что-то, знаете, такое эксклюзивное немножко хотя бы. Так, да. Давай, игра, у тебя получится. Ты прямо сейчас загрузишь этот набор. И эта зеленка, вот что оно грузило? Непонятно, вообще непонятно. Что-то в последнее время долго над наборами начало думать. Папа на выходные, классная экипа, но мне нужна экипа Терминатора. Игра, нужна экипа Терминатора. Это, конечно, все хорошо, я не спорю, но экипировка Терминатора была бы в тему. Так,
И. Давай. У меня, кстати, еще будет сверху 4 набора, поэтому нормально. Откроем даже не 30, а 34. Поэтому все возможно. Хотя бы один эпик достать, это было бы классно. Так, здесь остается последний набор. Ледяной топор. Кстати, нафармил больше душ. И даже одна экипа не на продажу выпала. 200 душ еще сверху. Сейчас еще 4 наборчика откроем, 3 косаря восстановим. Нормально. Сейчас, конечно, идет все к тому, что души особо-то и не нужны. Есть вот такие вот наборчики, открываешь их, выбиваешь то, что тебе надо, и нормально. А души, они как бы вот потихоньку уходят на нет, как будто бы. Вот, и да, скоро, мне кажется, даже введут башню, где за кристаллы дракона ты сможешь это открывать попытки башни. Там одна попытка будет один кристалл там стоить, там, я не знаю. Ну ладно, не один, там, 10 кристаллов, например. Ну пускай будет 10. Вот, и мы будем все попытки за кристаллы покупать. Там 50 кристаллов минус, чтобы все 5 попыток. Ну, мне кажется, я не знаю, на самом деле, они как новую валюту это прям очень сильно вводят. Я наблюдаю за этим, и оно реально так кажется. Знаменитая голливудская улыбка, классно, но опять же на продажу. Лунный свет, то же самое. И здесь у нас перчатки. И последняя карта выдает нам... Последняя карта, я даже ее открою вот таким вот образом, чтобы она просто выскочила такая и учебный полигон мне выдала. Итого у меня плюс еще 95 душ, да, итого 3000 все-таки я нафармил. По факту обменял кристаллы дракона на души. Такой себе взаимообмен на самом-то деле, но какой есть. Вот не зря все-таки я записал сразу же 2 полноценных видоса, можно сказать. Вот многие видеоблогеры, они отдельно 200 записывают, отдельно записывают открытие наборов. Я решил совместить, потому что понимал, что скорее всего мне не повезет снова и будет какое-то говно выпадать. Отчасти мне повезло, я выбил 2 экипы вроде как на прокачку, да. И все остальное мне, собственно, не особо нужно было. И карта, которую я до этого момента выбил, она уже была на продажу, это Люкан. Поэтому, да, такая себе получилась неделька с открыванием наборов. Но, ладно, что-то должно идти когда-нибудь не так. И вот не так получилось. Да, такая ситуация. Ладно, ребят, на этом все. Если кому-то нравятся мои видосы, обязательно подписывайтесь на канал. У меня также выходят ролики в ВК-видео. И на Дзене можете посмотреть. Там вообще на Дзене все видосы выгружаются, не мной. Они там есть. Если кому-то неудобно на Ютубе смотреть, смотрите где угодно. Я от просмотров не завишу, поэтому в любом случае вы везде можете увидеть мои видосы. Даже некоторые вот эксклюзивные. Да, такое есть. А на этом все. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока и до новых встреч.